Всем привет, ребята! Вы попали на новый канал под названием Transport from Belarus. И 21 июля 2020 года началась реконструкция улицы Гагарина в городе Витебске. Начался демонтаж трамвайных рельсов, которые лежали на месте вот этого асфальтового покрытия. И в этот же день пустили троллейбусы на автономном ходу. И вот, прошел год с того момента, ровно год. И вот на месте трамвайных рельс появилось асфальтовое покрытие и повесили контактную сеть для троллейбусов, которая пока еще не работает. Сейчас, секунду. Повесили контактную сеть для троллейбусов, которая, еще раз повторюсь, не работает. Не знаю почему. Ну как не работает? Тут пару раз троллейбус проехался, как мне говорили. Я, конечно, сам этого не видел, но мне говорили, что пару раз троллейбус тут все же проехался. Но после того момента троллейбусы, ну, не поднимали свои штанги, не поднимали свои штанги и не ездили по контактной сети. Не знаю, по какой причине. Может, на подстанции что-нибудь не доделали. Или, может, КС плохая. Я причину не знаю. Могу только предполагать причину, почему троллейбусы не идут по контактной сети. Вот так вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.